Всем привет! Продолжение прохождения Evildance. А, тут еще карту можно набрать, да? А, чтобы открыть уровень после. Понятно. Так, в прошлый раз я закончил то задание с орками. Теперь надо. Good to see you. Так. Это ты, у тебя получилось, честно говоря, я думал, скелеты тебя прикончат, но куда им до тебя? Меня зовут Эльфон. Кстати. Следующее. Твоя цель — падший тролль. Ты сразу уже его узнаешь. Зрелище, убей его. И мы сможем вернуть себе пещеру с минералами. Это важно для стратегии лорда Ульрика. Да, у нас есть стратегия. Одолеть этих чудовищ раз и навсегда. Victory awaits. Ну что ж, идем. А что у нас в инвентаре? Так, это... 30. 74. Тут 7. Да, этот меч получше будет, чем этот. Погнали. А, у нас еще навыки есть. А, токсина. 10. Живучесть. 7. Все. Так, у нас здоровье 950. Тут все скелеты были. Что-то их нету. Убить падшего тролля. Интересно, что здесь холода можно пробить? Тут у нас четыре золота всего-то. Чуть мало. О, через воду можно взять. Так. Здоровье восполняется. Потом нам надо в пещеру, да? Вот они, пещеры. А тут... Кто это? Скелеты? Нет. Солото. Тролль. О, я уйду к тебе. 1100. I will crush you. Здоровый. 600. Давай, давай, давай. Так, кожаный доспех. Нормально. 1140 здоровья. Там у нас тут тоже тролль, да? Давай попробуем. Опыта. Не знаю.
что улучшение тотем стрел призывает тотем выстреливающий стрелами по врагам в радиусе действия. Давай. А могу еще улучшить вот это так, особое доступно. Но пока ничего не будет улучшать. А, у меня же телепортация есть. Ну что я тебя сюда беру? Так, ты где? Hello there. О, я там нашел. Сегодня мы еще на один маленький шаг приблизились к победе. Спасибо тебе, боец. Вот твоя награда. Ох, и меч, золото, самоцветы. Все-таки могу улучшить его, да? А этот... Не, вот этот Hello there. Я тут иногда промышляю мукомольным производством, но вот беда. Чудовище постоянно мне ветряные мельницы ломают. Если не будет муки, то не будет денег, а деревенским жителям будет не из чего печь хлеб. Вот почему мне нужна твоя помощь. Следующий. Я тебе на карте 5 ветряных мельниц отмечу, ты их почини, а я тебе заплачу за это. Но думай не о деньгах, а о простых мельницах. Мне порой кажется, что только мой вкусный хлебушек хоть какую-то радость им приносит в жизни. Знаешь, тепло от этого на душе становится. Так. Очень мельницы. Мы все равно приводим в новый. Oh,
А там еще кто-то есть, да? Бежит, наверное. Вот он бежит, бежит, бежит. Так, новый уровень. Давай еще прибавим. Удачи. Например, кухня и скорость. Так, побежали, побежали. У тебя получилось, как мне не хватало денежек и муки тоже. Само собой, с меня награда, как полагается. Так, следующее задание. You are my only hope. Наконец-то я тебя нашла. Надеюсь, ты не против. Все только и говорят, что о тебе, а мне больше не к кому обратиться. После того, что эти кровавые скелеты сотворили с моим мужем. Я не сплю ночами, зная, что они рядом. Если бы, ладно, я прошу, сможешь ли ты отомстить за меня? Благодарю тебя от всего сердца. Я отдам тебе все ценности, что у меня остались. Ко мне вновь возвращается надежда. Я сама не своя была с тех пор, как Алфи похитили. А теперь убей их. Убей их всех ради меня. Bless you. Так, задание. Вот так там. Тролль. Сюда. Пешки надо восполнить. Все, что ли? Так, быстро.
Что? Что ты делаешь? Слышь? Иди. Это что? Мешок? Золото? Карты. Все, что ли? Всех убил. Я буду телепортироваться туда. Ну, когда телепортироваться. Так, огненный амулет. Амулет. Так, здоровье 141, сопротивляемость огнева. Угу. Требуется 8 уровень. Кольцо. Такое же кольцо, да? Stay sharp. Я могу еще купить. Еще. Нормально. Так, у меня 7 уровень, да? Еще один уровень нужен. Ну, я буду так перемещаться. Yeah.
Ну, вообще, отомщил со скелетами, покончил. Так, какой прекрасный день. Ну, вроде, я стою куда больше. Так, следующий задание, куда? 350. И что тут делаем? А, сражаемся друг с другом, да? Жесткие монстры! Это ваш союз. Это она типа клонов создает. Thank you.
вышки нету. Убегаем. Убегаем. На! Утекай! Там двое! А как мне обратно уйти? Ну все, пока на этом, да. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.